Ой, пизду. Эмир, ты учишься? Никто даже боб не дал. Массово бесполезно. Людей поднимаете. Совиная жертва. Никто даже не рест. О, спасибо. Надо было его под этот подвихрь резать. Мы их сначала бить. Полина, молодец. Помянем.
Мерк, ты этого не видел. Серега. Я особо любопытных буду посылать скоро. Так тебя ж никто не посылает. Элбрил, не слушай. Мы отдаем тебя в жертву, у нас успешные рейды. Не слушай. Да мне надоело, я, наверное, просто не буду приходить. Буду ходить, когда мне только нужно. Да ладно. Не буду слушать, блядь, бред все. ГМ молчит, РЛ молчит, но затычек, блядь, в каждую бочку. Не реагируй, и все. Сильно умные хотят показать. Да блядь! Я заебался. Умирать. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Типа я зашел с принцов. Умер уже раз пять, наверное. Нет, я начал каст, типа, но не успел докастить. Я стоял, реги покупал, типа. А чего умел Элбрил? Вот сейчас конкретно. Типа там ж ничего не бьет, как он умер. Они на шмот агрятся. Кто загадочный? Там единственный моб был. И он не уешь. Слушай, вам что, в Т5 добавили кнопочку умереть? Ко мне? Нет, я убрал. Я убрал, не реагируй, а. Пожалуйста. Ну, бля, это же даже интересно. На панде, типа, был кинжал. Ты его юзаешь и суицид делаешь. Не, ну в принципе неплохо. Бесконечная мана. Я ничего не юзал. Колодец не стоял. Стоял сзади всех. Просто типа полученный урон, где там вообще ничего нету. Река, он тоже говорит то, что он не умирал. Самоубился. За стаками аккуратно 5 филов идем. Или я наспекнешься? Да я думаю про хилинг. Ну, окей. Не хэмк все-таки. Будет вайп из-за стаков, начисли, у кого будет больше 5 стаков. Касается и рох, и ДК, мне пофиг. Ну там стаки с щитом ДЦ компенсируются до 10. Легко вообще. Все, побежали. Если до 5, то там ФДК можно просто стоять в ШК. За рог тоже. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души!
не уцелеет! Чё клика на хп нету? Он только сейчас появился. И зависли. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Слышно? Умирал, щиты накидывай на тех, кто с освобожденкой. Амир, если что, оффую, меня слегка подлагивает. Монстр, а я, кажется, знаю, кому клык уйдет. Кому? Тебе? Неправильно думаешь. Кому? Даже не знаю. Если никому не нужен, я заберу. Там, блядь, что забирать? И чё, у кого приор? Почему приор я не вижу? Сильно успех рубит. А у тебя мейн там, да? Да. Я на мейн успех рубил. Тогда начислите, да?
то Библу на мейна дай. Библ, отстань. И я сейчас не шучу. Он у меня лежит. Так у него мейн не танк у Библа, как он может на мейн забрать? Уже отдавали, надо, все, да, давай. Начислю потом. Мозер, ну она у тебя, ты знаешь, что делать. Ну, передам сейчас. Что, вагонов берете, не? Своих, наверное, хватает. Номера. Меня на клятву. Ой, на глоб. Окей, давай убиваем, короче, потом возьмешь. Адмирал здесь, готов. Да, пишут. Смонить не надо, что ли, никого? Надо кил. Там все за лутом. Ну все там. Ле, ты тут? Кому кроме Артемии еще ассист? Можешь Кирсу дать? Ему пока я думаю, заходить ему за, если выпадет вторая глава, клятва или нет. Отсюда надо сундука. Планет. Моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Ладно, это обычка. Что там вообще пофиг? Ебать, все щиты просто плачут. Я не спал. Это бы помер. У нас аркады чума есть вообще, нет? Второго дневного ханты на пульте, пожалуйста. Второго, не этого. Сфера, ну.
Ну ладно. Там осторожно, это чума на шаркаре. Фаза будет 43. Ромбик. Давайте влечем. На край. Понять? Понять, Серега? Да, сфера, сфера. Сфера долетает. Ну, кто там по сферам? Я понимаю, Серега. Ну, зависит. Сейчас стану, просто снесет сразу. Угу. Что-то вообще даже неинтересно. Преодолели все препятствия, которые я воздвиг перед вами. Сильнейшие из моих слуг пали под вашим натиском, сгорели в пламени вашей ярости. Амир, не понял тебя. В шестой группе хан зачем там? Это если вторая клятва упадет. Фалик ему не надо? На прошлом КД купил. Чё, я захожу, да, Спалдин? Да, заходи. Сейчас есть. Только быстро, в темпе. Я выйду.
Ген, я зачем тебе писал насчет того, что если упадет, пусть тебе голдон даст? А, бля, ну окей. Мачи, тогда пускай кто-то другой выходит. Шкаф. Ему нахера не надо выходить. А зачем ты будешь на Вага заходить? Коник, давай. Типа, если за Глорой, то она продается. За Фаликом. Он портал в Долоран стоит, смотрите. Давайте, Шка, сначала суманьте, короче. Шкаф стоит уже. Этого. Планету суманьте, Вара его. Коника взяли, Пати? Чище. Девка в рейде остается, он голду будет собирать. Ты понимаешь, если кому УД не надо? Кто выйдет с инста? Быстрее, чтобы я не искал. Выхожу. Кинари, это ты, да? Да-да. Я вышел, Гречка. Портанулся. Ну, вроде все ровно. Смоки боя нету здесь. Все, тут смоки боя. Открывай. Здесь. Открываю. Один, второй, подожди. Ханты тут. Пал здесь. Пал, вар тоже. Да, они все здесь. О... Кому клятву? Мне. Который... Ой, интеграция. Коника, я же сказала, что это упадет. Ну чё ты? Спасибо. Дай мне, пожалуйста, быстренько. Я не хочу, когда принимаю. Ой, наконец-то поменяет свою 226-ю пуху. На друида две печеньки надо? Мне надо. Где это? А? Что, можно обмен? Давай обмен.